Рабочая обстановка, современное оснащение, отвечающее требованиям безопасности и доступности для различных категорий населения. Участковый пункт полиции номер 70 в Куйбышевском районе Самары переехал с улицы Центральной в новый офис по адресу Южное шоссе 9. Здесь свою службу будет нести майор полиции Николай Кривов. За его плечами 20 лет службы в правоохранительных органах. По словам участкового, новое помещение позволит во всех смыслах стать ближе к людям. В данном участковом пункте есть места для ожидания. Граждане, обратившие, все будут приняты, всем поможем. В торжественной церемонии открытия нового офиса участкового пункта полиции принял участие временно исполняющий полномочия главы города Иван Носков. Он поблагодарил собравшихся за службу и пожелал продуктивной работы в новых стенах. От того, как вы работаете, с каким настроением вы идете на работу, зависит очень многое. От всей души желаю вам каждому хорошего настроения, здоровья, чтобы дома у вас все было хорошо. И с хорошим настроением шли на работу. Еще раз лучше домой. Офис будет обслуживать 2 административных участка, на каждом более 3500 человек. Участок обслуживает территории от поселка Рубежный до улицы Центральной, включая поселок Песчаная Глинка и микрорайон Завидово. Город стремительно развивается, много застроек с целью взаимодействия с населением. Сегодня здесь открывается участковый пункт полиции для работы с гражданами Куйбышевского района. График работы нового пункта полиции по адресу Южное шоссе 9 и контакты участкового уполномоченного полиции можно узнать на сайте Управления МВД России по городу Самаре. Галина Запилина, Константин Головин. События.